Рад всех приветствовать, друзья. Два рабочих ножа. Финн, вашему вниманию. Подождите приготавливать пальцы и писать комментарии, а что же в этих ножах финского. Я вам сейчас все объясню. Понеслась. Клинки выполнены из кованой стали Х12МФ. Форма клинков финского типа. Узкие, резучие, благодаря прямым спускам от обуха. Финишированы мелким поперечным сатином. Как вы знаете, финские ножи кто-то делает с долами, 2/3 спуски, кто-то ромбик. Мы же делаем прямые от обуха клином. Рукоять. Карельская береза. Пропитана маслом даниш. Вся суть здесь, друзья, в рукояти. Почему я ставил название фин. Предыдущий раз, когда мы делали, да и в принципе, изначально, когда они задумывались, рукоять была с грибком. С финским. Ну, помните, как это выглядит. Но несколько человек задали вопрос, а почему бы не сделать этот клинок с традиционной рукояткой? Ну, собственно, действительно, почему бы нет? И получился шикарный нож. Новое название придумывать, да какой смысл? Так и останется фин. Больстер здесь дюраль, G10 проставки. Естественно, с каждым ножом темляк. Это первый красавец. По второму ножу все аналогично по клинку. Как вы видите, только рукоятка орех и вставка акриловый композит. Вот. Два красавчика, друзья. Легкие, удобные, маневренные. На разделку. Мясо порезать, пищу приготовить, салат накромсать. Отработают себя, друзья, запросто. Размеры ножей. 272 общая длина, 143 клинок, 25 ширина, 3,7 обух и плавно на сужение. На момент публикации оба ножа в наличии. Естественно, с ножными. Кожа, теснение, два подвеса. И вот так сидят в ножнах.